Я вообще понятия не имею, что отвечать на вопрос моего мужа, когда мы, блядь, с ним поругались. Понятно, на следующий день, а прошло уже, ну, там больше, там, 8 часов, да, как бы. И он мне спрашивает, конкретно расскажи, на что ты обиделась, блядь. На ЕГЭ, блядь, не на ЕГЭ не было. Так сложно, блядь, отвечать на вопрос. Ты что, угораешь? Если бы я позвонила бы через 30 минут, я бы еще помнила. В 6-8 часов, ты что, угораешь? Я уже не помню, да мне похуй. Да, скорее всего, мне вообще было похуй изначально. Просто хочу сраться. Сраться, хочу сраться. Мне вот это нравится все. Я это люблю. Я люблю заниматься хуйней. Люблю интриги, ссоры, слезы, сбрасывание звонков, чтобы он перезвонил. Я такая, я моим родом, больше не буду говорить. Короче, пиздец. И что значит ему на этот вопрос? Охуеть вообще, какие-то вопросы странные у него. Я говорю, Саш, если бы ты меня ценил бы... Ты бы запомнил, что я обиделась, ты бы не спрашивал меня. Стоп-кадр великолепный, да? Его еще и Саша зовут, имя мое позорит, ё-моё. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Да пора бы уже давным-давно понять, что женщины существа эмоциональные, у них вот эти скачки, она час обиделась, через 5 минут забыла, за что она обиделась. Ребята, а почему мужчины умирают? Ну, одна из причин, почему мужчины раньше умирают. Да потому что он сходит и грузится. Она что, она обиделась? А что мы поссорились? А что она мне мозги пили? Да забей ты хер на это все. Ребята, берите пример Саныча. Женщина может с Санычем поссориться, а Саныч ни с кем никогда не ссорится. Потому что, ну, я к этому, ребята, аморфный. Абсолютно аморфный к ссорам женщинам, ребят. Она там что-то мне... А, чё, комар какой, а? Чё? А, да, кофейку, да, взял, выпил. Всё. Вот так вот, ребят. Она там может обижаться, может плакать, демонстративно там раком становиться, там театры передо мной разыгрывать, абсурда, там слезы, соплей, там и так далее. О, это лучше, чем сериал «Солдаты». Прикольно, сейчас это лучше посмотрю. Кофейку наебну, как бы, о, давай, давай, чаечка, продолжай. Примерно вот так вот я отношусь к ссорам, ребята, женщинам. Берите пример Саныча, ребята, нервная система будет гораздо крепче.